Работа как искусство. Больше 20 первоуральцев, отметивших свой юбилей, получили почетные грамоты и благодарственные письма областного и федерального уровней за свои профессиональные заслуги. Для кого металлургия – дело всей жизни, узнавали наши корреспонденты. Надежно зафиксировать заготовку, затем превратить ее в запасную деталь для стана. Эти манипуляции около десятка раз за смену своими хрупкими руками проводит токарь Татьяна Копылова. На Первоуральском новотрубном заводе ТМК женщина работает 42 года, а недавно отпраздновала свой личный юбилей – 60 лет. Сегодня в честь крупной даты Татьяна получает почетную грамоту Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Очень важная профессия у нас, да. Ни один цех не обойдется без нашей профессии, без нашей продукции. Учимся всю жизнь. Разная работа. Учимся по-новому. Приятно получать награды. Вместе с Татьяной высокие награды от федеральных и областных властей получают еще 20 новотрубников, которые отмечают свои юбилеи в третьем квартале этого года и посвятили работе на предприятии десятки лет. Проведение общественной деятельности, за организаторскую деятельность, за обучение на поступающих сотрудников. Руководство высоко оценивает такой вклад в развитие предприятия. А круглая дата – лишь дополнительный повод для поощрения ценных сотрудников. Мы очень заботимся о социальном климате в нашем коллективе. И, конечно, хочется, чтобы заслуги каждого работника были увидены, услышаны, и чтобы он сам ощутил на себе эту заботу. Поэтому мы не перестаем вручать почетные грамоты, благодарственные письма. Начальник отдела организации обучения Ольга Дашкевич получает почетную грамоту губернатора Свердловской области. Работе на предприятии женщина посвятила больше двух десятков лет. Сейчас ее отдел отвечает за повышение квалификации сотрудников. Ольга Дашкевич рассказывает, за время работы на заводе прошла все этапы становления, как профессионал и знает тонкости процессов, связанных с работой с персоналом. Очень приятно и важно получать такого уровня, тем более награды. Награды, безусловно, существуют, но такая первая у меня в моей, собственно говоря, профессиональной и личной жизни. И я на этом не собираюсь останавливаться. Безусловно, буду двигаться дальше, расти профессионально, духовно. Я, в общем, счастлива. С каждым годом металлургов, которые добиваются наиболее высоких результатов, становится все больше. За 18 лет существования традиции поощрения сотрудников-юбиляров почетных наград удостоились около 3000 человек. Эта цифра еще раз подтверждает, что главной ценностью на предприятии был, есть и будет человек труда. Николай Свердлов, Виталий Мотин и Денис Храмцов. Новости Первоуральск.